Молодые, амбициозные, креативные, целеустремленные, творческие и неординарные молодые люди пополнили в этом году большую студенческую семью Брестского государственного университета имени Пушкина. Позади насыщенная вступительная кампания, знакомство с вузом и специальностями. Впереди новые образовательные планы и горизонты. Своеобразной отправной точкой в студенческую жизнь для этих юношей и девушек стала торжественная линейка. Я хотела быть учителем на самом деле, но не так давно я выбрала именно филологическую специальность. Я подумала, что это на самом деле очень востребованная специальность и разносторонняя, так как я получу не только педагогическую профессию, но и в других сферах могу работать. Мне кажется, это очень интересно. В праздничный день с напутственными словами к молодым людям обращались представители руководства университета и почетные гости. Прокурор Брестской области Виктор Климов пожелал юношам и девушкам успехов в изучении наук, а особенно остановился на профессии педагога, поздравив и поддержав тех, кто выбрал этот непростой, но очень интересный путь. Конечно, многие стоящие здесь из вас выбрали очень благородную профессию, профессию педагога. Мы рассчитываем на то, что вы получите здесь необходимые знания, а в нашей стране созданы все условия для этого. И вы будете работать в свободной, счастливой, стабильной стране. Ваш коллектив университета – это достаточно достойный коллектив, который во многих отраслях проявляет себя и помогает после выпуска для того, чтобы наша Родина развивалась, крепла и была процветающей. Каждый год линейка становится площадкой для зарождения новых традиций. Так теперь на каждом факультете будет вестись фотолетопись. Ректор Пушкинского университета Анна Сендер вручила альбомы деканам. Теперь здесь будет запечатлена хроника побед и достижений, будней и праздников, самых ярких моментов студенческой жизни. В наш университет в этом году поступило около 1000 студентов. И это ребята, которые поступили из различных уголков Брестской области и даже из других областей нашей страны. Конечно же, мы очень рады, что наша университетская семья пополнилась таким количеством студентов. И очень приятно, что в год народного единства студенты пришли в нашу общую семью, которая является единой. Я думаю, она такой и будет. Теперь ребята-первокурсники могут уверенно сказать, что влились в большую, дружную университетскую семью. Благодаря хорошей материально-технической базе и отличному профессорско-преподавательскому составу юноши и девушки смогут получить новые знания, а также развивать свои творческие способности в коллективах и объединениях.